Обезьяны используют орудия труда, легко обучаются языку жестов, рисуют на уровне двухлетнего ребенка, понимают наш язык и даже оплакивают гибель своих сородичей. В 60-х годах супруги Гарднер научили шимпанзе по кличке Уошо говорить на языке глухонемых. Обезьяна за 5 лет освоила 160 слов, и ее речь вполне можно было назвать осмысленной. Она свободно составляла фразы и даже сознательно употребляла некоторые слова в переносном значении, чтобы ругаться. Более того, в одном из экспериментов Уошо сама успешно обучила языку своего приемного сына по кличке Лулис без какого-то ни было вмешательства ученых. Гориллы, как и шимпанзе, прекрасно осваивают азбуку глухонемых, причем они гораздо усидчивее, чем 5-летние дети, и даже умеют шутить. Так обезьяна Коко однажды подшутила над воспитательницей, утверждая, что она птичка, а не горилла, но затем сама призналась в розыгрыше. В перерывах между обучением Коко обожала музицировать.